Леди Гага, которая снимается сейчас в пятой части сериала «Американская история ужасов», пригласила своих коллег по сериалу на кровавую вечеринку, которую организовала в минувший уикенд в своем особняке. Был и бассейн, наполненный кровавой водой, а также Леди Гага украсила весь дом розами цвета крови, ярко-алыми. Кроме того, в особняке повсюду были расставлены плачущие скульптуры из воска. Режиссер сериала Райан Мерфи написал в своем твиттер: «Леди Гага – это все, о чем я мечтал, и даже больше. Прекрасная, абсолютный профессионал и жуткий гений в этой роли». Напомним, ради роли своей мечты певица, не жалея себя, пашет в спортзале. Телезрители увидят ее в сериале уже в октябре этого года. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!